Всем привет, вы на канале Magic Box. И сегодня у нас еще одна распаковка сюрпризов с бумажными антистрессами. Так как в Dixie началась новая акция, Маша сделала мне новый сюрприз. Это треснутые два. А нашу распаковку мы сегодня начнем с мультяшей. В моей коллекции их уже 5. 4 вот таких мультяша в виде сквишей. Это Пятачок, попугай Кеша, кот Матроскин и Карлсон. И еще один мультяш в шарике. Это крокодил Гена. Маша, давай откроем вот этот желтый пакетик. Хорошо, Ластик. Как ты думаешь, кто нам попался? Это точно не заяц и не лев. Значит, это медведь. А раз это медведь, значит, это Винни-Пух. Точно, Ластик, ты угадал. Сегодня нам попался вот такой антистресс Винни-Пух. Маша, а в пакетике больше ничего не осталось? Нет, Ластик, он пустой. А как же горшочек с медом? В акции у него нету горшочка с медом. А раз нету, его нужно сделать. Хорошо, потом сделаешь. Ну вот, опять все сам. О, к нам пришел Милки. Значит, пора открывать сюрприз с котиком. Ссылка на его канал в описании. Там вышло новое видео, на котором Милки пробует разные вкусняшки. Откроем сюрприз с котиками. И нам попался вот такой котик в корзинке. Ой, какой милый! Так и хочется его съесть. Кто тоже любит котиков, ставьте лайк. А мы продолжаем нашу распаковку. Какой же сюрприз мы откроем следующим? Конечно, новогодний. Ладно, откроем вот такой пакетик. И сегодня нам попался антистресс в виде кактуса в новогодней шапочке. Ух ты, какой он прикольный! Ой, а кактус можно нарядить на Новый год вместо елочки. Он ведь тоже колючий и зеленый. Ластик, я думаю, это не очень хорошая идея. Хорошая. Просто никто еще не пробовал. Вот ты попробуй. Как-нибудь в другой раз. Маша, до Нового года осталось меньше месяца. А ты мне еще адвент-календарь не сделала. Вот как мне теперь ждать Новый год? Ластик, еще сделаю. Кто тоже думает, что мне нужен адвент-календарь, ставьте лайк. А пока давайте откроем пакетик с космосом. Хорошо, посмотрим, что нам сегодня попадется. Вот такая вот планета. Это что, Солнце? Нет, Ластик. Значит, Юпитер. Вот теперь правильно. Ух ты, какой он большой и мягкий. Давай его наклеим к нашим остальным планетам. Конечно, наклеим. Ух ты, у нас получается настенный антистресс. Точно, Ластик. Ребята, а вы знаете, что Юпитер самая большая из планет Солнечной системы? И она носит имя самого могущественного римского бога, царя богов Юпитера. Если все остальные планеты Солнечной системы соединить вместе, то Юпитер все равно будет больше их в 2 раза. Юпитер – пятая от Солнца планета. С Земли Юпитер виден как яркая, хорошо заметная звезда. Пока он совершает один оборот вокруг Солнца, на Земле проходит 12 лет. Ластик, а ты знаешь, что Юпитер называют газовым гигантом? Конечно, ведь здесь нет твердой поверхности. Планета состоит из кипящего газа, поэтому космический аппарат не смог бы сесть на Юпитер. Только в самом центре планеты есть твердое каменное ядро. Юпитер окружен целой семьей спутников. Их открыто 60. Это рекорд для Солнечной системы. 4 самых крупных спутника называются Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Вот такой Юпитер рекордсмен и по размеру, и по спутникам. А теперь давайте откроем треснутых. Хорошо. Вот такой у нас пакетик. Посмотрим, кто же в нашей коллекции будет первым. Нам попалось вот такое яйцо антистресс. Ого, это астероид. Как раз их еще не хватает в нашей Солнечной системе. В
Бьющая через край энергия – черта, которая определяет этого персонажа. Он всегда готов делиться эмоциями с друзьями, хотят они этого или нет. Астероид знает, как и где весело провести время. Не любит долго ждать и боится одиночества. Вот такой почти классный сюрприз. А почему почти? Потому что внутри настоящих треснутых есть еще прилипало 6, а у нас нету. Как это нету? Посмотри внимательно. Ой, кажется, я что-то нашел. Давай-ка откроем этот кармашек. А внутри здесь вот что. Ух ты, все-таки сюрприз очень классный. Можно его поместить обратно в кармашек. И у нас остался еще пакетик с мультяшами. Кажется, я знаю, что нам попадется. Давай откроем и проверим. Я угадал. Нам снова попался елочный шар с фигуркой. Это кот Василий из мультика про попугая Кешу. Вот такой самодельный шарик тоже можно повесить на елочку. А можно его открыть и достать фигурку. И украсить елочку вот так. Ребята, а вы скоро будете наряжать елочку? Ластик, а ты? А я, когда ты мне сделаешь адвент-календарь. Вот хитрая панда.